Всем привет еще раз. Видео записываю практически на ходу, не собирался ничего публиковать уже сегодня, но вот в чем дело. В Инстаграме появился новый постер 7-го сезона под названием «Великая война здесь». И вот вы уже и в комментариях начали об этом писать, и даже многие сайты, в первую очередь англоязычные, подхватили эту новость. Типа вот смотрите, стена падает, драконы, Дейенерис, вот вам сенсация. Так вот, чтобы никто не заблуждался по этому поводу, Инстаграм это не официальный, он даже так и называется Game of Thrones Not Official. И постер этот совершенно явный фанфик. Например, Дейенерис точно вырезали из тизера «Долгий путь» и все остальное также насмыкали из разных частей. Да и вообще, несмотря на то, что этот постер за час намолотил уже больше 20 тысяч лайков, собственно говоря, никто и не скрывает, что это фанмейт. Вот подпись «Фан постер», просто далеко не все до этого досмотрятся. Причем этот же аккаунт Instagram уже сбивал с толку фанатов «Игры престолов» своими постерами. Например, в ноябре 2016 года они опубликовали якобы постер 7 сезона с датой его премьеры 30 марта 2017 года. И тогда также очень многие ресурсы подхватили и растиражировали эту новость, которая, конечно же, оказалась пустым фейком. Так что и сейчас, видимо, эти же ребята решили сыграть на ажиотаже, возникшем после появления официального постера и, главное, трейлера нового сезона. Я же уверен, что если стена и падет, то уж этот момент точно придержат на десерт, сделают из него вишенку на тортике, они будут пихать в постер еще до начала самого сезона. Так что не ведитесь на дезинформацию и доверяйте только официальным источникам. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Поделитесь этим видео, чтобы ваши друзья также узнали правду. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не наш подписчик. Спасибо всем за просмотр и всем пока.